10-4. Всем машинам начать прочесывать район. Доложите об изменении обстановки. Объект агрессивен. Есть столкновение с машинами полиции. 10-4. Ну это просто постная хуйня какая-то, блядь. Если что, у нас потери. Завершение своего телеотчета Дмитрий Медведев ответил еще на один вопрос специально для программы «Неделя». И он только на первый взгляд может показаться несущественным, а ответ шуточным. А по-моему, и вопрос, и ответ ничуть не хуже, чем все остальные. Есть такое мнение, что поток президента ему несут многочисленные папки с надписью «Совершенно секретно». И вот там все тайны мира. Рассказываю вам первый и последний раз. Вместе с передачей «Чемоданы с ядерными кодами» президенту страны приносят специальную папку. На ней написано
совершенно секретной. И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Ну, тупые! Всем машинам объект вернулся на дорогу. Есть контакт, я забил его! Он теряет форму, будем его брать! Барбарин, блядь! Нарушитель арестован.